Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников. Я снимаю видео для своего канала на YouTube. В частности, про устройство авто. Сегодняшняя тема – основные параметры двигателя внутреннего сгорания. Но прежде чем начать основную часть данного видео, хотел бы сказать то, что начиная с этого видео и последующие видео, уже начинается такой немаловажный раздел про устройство двигателя в целом. Опять-таки, будем отталкиваться от самого простого и от самых важных параметров. Ну, не будем тянуть время и переходим к сути. Значит, основным конструктивным параметром двигателя внутреннего сгорания, он же известен как ДВС, является диаметр цилиндра, то есть это его диаметр, его площадь на высоту. Следующий — это ход поршня и число цилиндров. Далее, крайнее верхнее положение поршня называется верхней мертвой точкой. Соответственно, крайне нижнее положение поршня называется нижней мертвой точкой. Сокращенно это ВМТ и НМТ. Путем от ВМТ до НМТ называется ходом поршня. Следующее — это пространство, расположенное над днищем поршня, когда он находится в верхней мертвой точке, называется камерой сгорания. Объем, освобождаемый поршнем при движении от ВМТ до НМТ, то есть от верхней мертвой точки до нижней мертвой точки, называется рабочий объем цилиндра, как изображено на изображение справа. Полный объем цилиндра составляет сумму рабочего объема камеры сгорания. Он же еще может называться литражом. Отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания называется степень сжатия. И последнее. Степень сжатия – безразмерная величина, показывающая, во сколько раз уменьшается в объеме поступившая в цилиндре горючая смесь или воздух. Для двигателя, работающий на бензине, степень сжатия равна от 6 до 10, на газу – от 7 до 9, на дизель – от 15 до 20. Ну, что еще хотел сказать в конце данного видео. Да, тема, конечно, была коротенькая, но содержала очень важные параметры, о которых все, практически большинство, подзабывают. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Если есть у кого-то какие-то предложения и так далее и тому подобное, пишите в комментарии. Ну, еще я прошу вас подписаться на мой канал и на канал моего друга «На свалке истории». Автора зовут Григорий Белоусов. Также пишите комментарии, как я уже говорил. Ставьте пальцы вверх. Добавляйтесь ко мне в различные соцсети. Обращайте внимание на подсказки, которые всплывают периодически в начале, в середине и в конце. Также поставьте колокольчик, чтобы не пропустить все мои новые видео. Ну, всем спасибо и до новых встреч!